Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним упражнение под номером 161. Прочитаем задание. Найдите подлежащие и от них поставьте к выделенным сказуемым вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Какой?», «Каков?». Укажите, чем выражено сказуемое. Прочитайте, делая необходимые паузы перед сказуемым. Итак, давайте с вами посмотрим первое предложение. «Ранняя осень». Что такое? Прекрасная пора. Выделим с вами подлежащее. Подлежащее в этом случае у нас будет осень. Подчеркнем его. Осень. Пора. Пора – это сказуемое. Далее. Дни какие? Тихие, солнечные. Подлежащие дни. Сказуемое. Тихие. Солнечные. Небо над головой какое? Голубое. Небо подлежащее, сказуемое голубое. Полдни каковы? Светлы и погожи. Подлежащее полдни, сказуемое светлы, погожи. Прозрачен воздух. Воздух каков? Прозрачен. Даль какова? Чиста и светла. Ночи каковы? Прохладны. Природа осенью что такое? Красота, здоровье. Подлежащая природа, сказуемая красота, здоровье. Далее, нам нужно указать, чем выражено сказуемое. В первом предложении пора – это существительное. Второе – тихие, солнечные – это прилагательные, голубое – прилагательные, светлые и погожи – прилагательное, краткое прилагательное, воздух каков прозрачен – также краткое прилагательное, даль чиста и светла – прилагательное, ночи прохладны – прилагательное, природа, красота, здоровье – это существительное. И необходимо прочитать, делая паузы перед сказуемым. Ранняя осень – прекрасная пора. Дни тихие, солнечные. Небо над головой – голубое. Полдни – светлы и погожи. Прозрачен воздух. Даль чиста и светла. Ночи прохладны. Природа осенью, красота, здоровье. Нужно сделать обобщение, чем может быть выражено сказуемое. Сказуемое может быть выражено не только глаголом, но и существительным, полным и кратким прилагательным. На этом все. Спасибо за внимание.